Хуйня получилась какая-то? Да. Ну, покажешь, да, сейчас? Надеюсь. Ну, давай, не забывай. Давай, пока-пока. Так, а что, экономишь? Да. А на рифмах? Нет. Ты обещал, что сегодня какую-то ебическую просто программу покажешь? Да. Покажу. А если нет? А если нет, ну, не покажу, блядь, что. Охуеть. Па-па-па. Наши судьи еще никогда до этого не судили батл в поддавке. Можно авторы вперед выйдут? Мы хотим увидеть победителей там. Нет? А. Угу. Ты что, охуели, что ли, пацаны, блядь? Это зашкварное дерьмо. Эльдар, кто меньше лох? Чернее. Ты меньше. Лох. То есть, ты подготовился хуже, но, блядь, твой текст мне понравился больше. Вот. Но ты подготовился лучше, но, блядь... Ты бухой или ты нормальный человек? Он маленький. Ну, хуевее подготовился, ему подсказывали. Вот это пиздец, конечно, минус, но если оценивать текст, мне его текст зашел больше. Соглашусь. За кого? Райт раунд. Не все потеряно, да? Ты такой, нихуя себе. Так можно не готовиться? Пошел нахуй. Атланта-то в полуфинал пускают сейчас. Подожди. Рамзан. Как тебе? Не, я... Я все пошел. Ссылка в одинокой старухе. Ссылка в описании. Как сказал Жарахов, посмотрев вокруг, вы все выросли, подонки. Я знаю, почему Эдди Кингстон на колонке, в общем. Ставки на Леон прямо на сиськах гидрохонки, ребят, все нормально. Ребят, батл сочинял шуточку? Нет, ну, так было нехуй делать, понимаешь? Это как будто родители ебутся, а ты ждешь, понимаешь? Да скоро в садик, уже везите меня. И батя, нахуе тебя, на шишке катает, понял, по городу? Мне интересно твое решение с точки зрения человека, который всегда идеально знает текст свой. Бля. Это... Классика! Байтеры! Каканус во время запора, чувак, это жестко. Хватит. В общем... Бля, честно, я не знаю, кому отдать свой голос, но, блядь, за скотчевый пояс, короче. Куда ты? Раунд выиграл! За скотчевый пояс пизды дать ему надо, ребят. У тебя было хуёво. Ты просто пизда. Бля, даже я настолько плохо своих текстов не знаю. Какой нахуй посреди раунда? Ты с Нареком, что ли, стоишь здесь? Вы даже не обнимались ни разу. Не, я с Нареком обнимался. Я вас прошу за это. Короче, ладно, я даю голос за того, кто хотя бы немного свой текст выучил. Пока старуха вывозила весь батл своими панчами. Блять, мне это на монтаже еще смотреть просто. Вот да, вы можете там нарезать, чтобы, ну вот, сейчас вы увидите, этот батл, он будет не так хуёв, поверьте. И, блядь, кому спасибо за это? Мне, блядь. Тебе за что? Ладно, да, ты платишь, ты платишь. Обидно, что оба забывали, но первый раунд и второй, по-моему. А потом третий еще. А потом еще третий, да. Короче, за райт раундом.